Я всем привет. Сегодня хочу вам рассказать про лучший премиумный тяжелый танк 8 уровня Сомуа СМ. Да, не удивляйтесь, именно Сомуа СМ является лучшим премиумным тяжелым танком по требованиям для получения трех отметок на орудии. Сегодня я посмотрел видос у Юши на канале, где он перечисляет танки, все танки 8 уровня и отдельно разбирает тяжи, ПТшки, СТшки, светляки. Так вот, среди тяжей, всех тяжей, не только премиумных, самые высокие требования для получения трех отметок у Сомуа СМ. Не у защитника, не у польского премиумного танка, как могло бы показаться, а вот именно у Сомуа СМ. Собственно, это первая причина, почему я записываю видео, чтобы рассказать вам, что именно Сомуа СМ на данный момент является лучшим премиумным танком, тяжелым премиумным танком 8 уровня. Ну и, соответственно, лучшим тяжелым танком 8 уровня. Потому что я не знал, что именно Сомуа СМ является лучшим. Я как-то никогда особо ему внимания не уделял, у меня его не было. Ну и как-то не особо мне хотелось его получить. А он, оказывается, является лучшим внезапно. Это, соответственно, первая причина рассказать то, что этот танк лучший. Вторая причина рассказать о его характеристиках, выяснить, почему он является лучшим, чем же он так хорош, почему этот танк является лучше, чем защитник и польский премиумный танк 50 ТП. Внезапно для меня это было открытие. Третий момент, показать бой на мастера, в котором я не сделал ничего такого особо выдающегося. Да, настрелял урон, но не сказать, что я как-то там запотел. И при этом получил за этот бой 285 тысяч серебра чистыми. Под там мега плюшками, конечно, с хэллоуинскими акциями, но тем не менее. 285 тысяч серебра за бой я получил. Ну и, собственно, четвертая причина, почему я записываю это видео, чтобы рассказать о том, как можно получить этот танк в аренду бесплатно, либо практически бесплатно, пока действует акция Twitch Prime. Сейчас 30 октября, когда я записываю видео, акция Twitch Prime действует до, по-моему, 31 ноября 2018 года. Соответственно, если вы посмотрите это видео позже, в декабре 2018 года или вообще в 2019 и далее годах, то можете этот пункт пропустить. Вы не сможете уже этот танк получить в аренду бесплатно или почти бесплатно. Соответственно, пока это актуально, Twitch Prime, как подключить, я недавно записывал короткий видос по статье Свод Экспресса. Можно заморочиться на 10 минут, подключить, ну, условно говоря, свою кредитную карту к Амазону, потом подключить ее к Твичу, активировать Twitch Prime, подключить его в кабинете танков, потом после этого отменить подписку и отвязать аккаунт. И есть второй способ, купить аккаунт с уже активированным Twitch Prime от 50 до 100 рублей, они сейчас продаются. Ссылку на видос я оставлю в описании, это вот одна из особенностей Twitch Prime, танк Сомуа СМ в аренду на 10 дней. У меня 7 дней аренды осталось на данный момент. Это четвертая часть видео. Я уже, в принципе, все рассказал. Ссылка будет в описании на короткий видос о том, как активировать Twitch Prime либо бесплатно, либо быстро и почти бесплатно. По характеристикам танка хочу сравнить его с Лорейном и начать сравнение с орудием. Потому что для того, чтобы фармить серебро, вам нужно делать что? Наносить урон. Ну, либо светить. Для этого подходит, например, ELC Event 90, но сейчас у нас не про свет рассказ, а про дамаг. Так вот, орудие у этого танка великолепное, не побоюсь этого слова. 232 пробития базовым снарядом, минус 10 УВН у французского танка, 33 перезарядка, 2.11 сведения, 0.35 точность и 2.25 перезарядка между выстрелами. Если мы переключимся на орудие Лорейна, оно кажется почти таким же. Минус 8 УВН вместо минус 10. Такая же перезарядка 33 секунды. Но у него 4, во-первых, снаряда. Вместо 5 у Сомуа СМ с одинаковой перезарядкой. Во-вторых, 2,5 секунды между выстрелами он перезаряжается. В-третьих, чуть хуже время сведения и хуже стабилизация. Точность получается финальная примерно одинаковая. Но здесь учитывайте, что у меня здесь стоят третьим модулем приводы наводки. А на Сомуа СМ у меня, как видите, стоит вентиляция. То есть у Сомуа СМ реально лучше стабилизация, поэтому третьим модулем я спокойно поставил вентиль вместо приводов. И он все равно получается точнее, чем Лорейн. Далее, сравнение с Лорейном. Броня. Лорейн 40 мм брони во лбу, 45 мм брони во лбу башни, 30 мм корпус. Привет, фугасы. Не танкует ничего, огромный картонный сарай. Сомуа СМ. Огромный, легко бронированный сарай.
с бортов, я бы так назвал, и довольно неплохо бронированный сарай «Салба». 140 мм в корпус, 120 мм башня и 90 мм борта. То есть фугасы вас в борт уже, по идее, не пробивают. А лбом вы способны танковать танки 8 уровня, как минимум, а при определенном везении иногда по праздникам девятки и десятки. Но чем же нам придется расплатиться за такую броню в сравнении с Лорейном? Конечно же, подвижностью. 37 км максималка и 12 всего лишь удельная мощность против 60 максималки у Лорейна и 21 удельной мощности. То есть Лорейн реально очень быстрая стэшка, подвижная, мобильная. Сомо Сэм просто тяж. У него подвижность на уровне тяжа. Собственно, в бою вы это сейчас увидите. Ну и еще один показатель — это наблюдение и незаметность. Наблюдение 471, у Лорейна 470, но опять же здесь привод, если был бы вентиль, было бы где-то 475. Это с почти 6-перковым экипажем, а на Сомо СМ у меня почти 5-перковый экипаж с МХ-50Б плюс доп. Паёк. Если менее прокачанный экипаж и без доп. Паёка, конечно, цифры будут поскромнее. Ну, почему я именно сравниваю в такой комплектации? Потому что обычно на премы сажают экипаж уже подготовленный, обычно там уже несколько перков. Так что, вот, считаю, что сравнение в этом плане корректно. Размеры Сомо СМ и Лорейна Салба, смотрите, практически не отличаются. Даже Сомо как будто бы чуть ниже. Ну, хотя нет, Лорейн все-таки как будто бы чуть ниже, Сомо чуть больше. Но при этом коэффициент незаметности 10 у Сомо СМ, а у Лорейна 28. Маскировка здесь у меня на Сомо тоже прокачана, 50B 100%. То есть, ну, с незаметностью небольшие есть проблемы. Не сказать, что на этом танке очень комфортно стоять в кустах и снайперить, потому что, ну, могут вас высветить, в отличие от Лорейна. У Лорейна с незаметностью все хорошо, если вы, конечно, найдете куст, который подойдет для его размеров. По характеристикам я кратко пробежался, еще непосредственно в бою я на них буду периодически останавливаться. Давайте посмотрим сам бой. Ну и давайте посмотрим бой, за который я заработал 285 тысяч серебра чистыми. И еще и получил знак классности мастера. Это был один из самых первых боев на этом танке. И я вот, проезжая рядом с Корнарон Экшен Икс, немножко удивлялся своей динамике. Типа, где мои 37 километров максималки? Корнарон Экшен Икс меня с места обгоняет. Ну то есть, да, динамика такая на уровне тяжелого танка. Вот защитник едет позади меня. Как раз сравниваем, так сказать, лучшие премиумные танки защитник и Сомо СМ. Подвижность на уровне защитника. Закинул меня в одноуровневый бой, как вы видите, без арты. Это, конечно, не против десяток, но это не абсолютный топ против шестерок. Нечто средненькое. В принципе, в одноуровневом бою Сомо СМ достаточно комфортно себя чувствует. Сейчас вы в этом сами убедитесь. Все-таки, наверное, чуть-чуть ускорю, чтобы добраться до центра. Мысль была доехать до центра, попробовать по кому-нибудь пострелять. Пантерка П-44 заняла позицию, с которой я обычно отстреливаю центр, поэтому я решил встать на левую позицию. Я смотрю, почему я на эту позицию стою, без опаски, потому что я смотрю, ПТ-шек у них нет, которые встали на отстреле, то есть Скорпионы и СТРВ светятся. На полке нет ПТ, которые меня могут прострелить. Поэтому я выезжаю и планирую отдать барабан по Центуриону 5-1. Но он танкует от башни с одной стороны. С другой стороны и я танканул 416-го и решил не испытывать судьбу. Танканул разочек какую-то мелочь. Ну как не мелочь, а мелкий калибр. И решил попробовать зацелить бачата 12Т. И отдать по нему последние три снарядика. К слову о точности. Накидываю на 400 метров, 3 из 3 отдаю. Без проблем, и заряжаюсь 33 секунды. Снова ускоряем. Сейчас будет такое... будет момент тупления, я бы так сказал, в бою. Где-то пару минут достаточно неэффективно я буду действовать. Ну как неэффективно? Вот 34-ка умирает. Внезапно я ее, оказывается, подсвечу, она меня не видит в это время, и я ее добиваю. 4 снаряда у меня остается. Что я решаю сделать с этими 4 снарядами? Я решаю попробовать добланить бачата, который где-то там стоит. Но не добландиваю я его. В общем, решаю последние 2 снаряда тоже потратить. И мы, кстати, к этому моменту еще вернемся в результатах боя, если я не забуду.
обратить внимание на стоимость снарядов. То есть я блайнды кидаю ББшками. ББшки здесь стоят вообще 3 копейки, хоть заблайндись. Хоть все кусты заблайндите, если хотите. Разряжаю новый барабан. Расскажу вам секрет. Следующий барабан я снова не смогу реализовать эффективно. Сейчас чуть ускорю. Как ты собрался в этом бою получить мастера на фарме 380 тысяч серебра, спросите вы. Сейчас все будет. Решаю подъехать на центр, с центра пострелять. Центурион стоит от башни. Башни он тачит. И в борт меня пробивает бачат. При этом лбом башни я ловлю рикошет от Сомо СМ, такого же француза. Ускоряю, потому что сейчас я скину барабан. И после того, как я заряжу следующий барабан, уже пойдет на гиб. Уже пойдет на стрел, урона и фарм серебра. Осталось его зарядить. Что я делаю? Оцениваю обстановку. Понимаю, что с центра я поработать не смогу. Мысль была такая, пойти выпилить этого бачата нозного, ну, ЛТшку шотную добить, и настреливать, попробовать вот этим вот джентльменом в борта. От башни, от УВНов. Помним, да, минус 10 УВН, 120 лоб башни. Проезжаем. Башню я отворачиваю, что если бы я засветился в этот момент, чтобы хотя бы лбом башни мог танкануть, если бы мне попали в башню. Ну, корпусом, понятно, я в борт корпуса, я бы, скорее всего, никого не танканул. Но я проехал без засвета. Каким-то образом разведанный паяк тигру я передал. Лол, что? Я даже не заметил, где он стоит. Скорпиончик у нас, к сожалению, умирает. И я вижу, что по нему стреляет с полуки. Ну и, собственно, 50 стопом мне стрелял. Этот Сомо СМ, точнее. Вражеский. Соответственно, понятно, что он там находится. Ну и 50-100, не зря я его упомянул. 50-100 и Сомо СМ вражеские. Два гения на тяжелых танках облюбовали ПТ-шные кусты. Ну и, собственно говоря, сейчас пойдет на гиб. Проверяй, скринь. Зацеливаю низ, снизу никто не выходит. И вижу, что ко мне направляется Кайер Нарвон, который я хотел добрать. Зацелить. Ну и, собственно, зацелить объекта 416. Кайер Нарвона на пути уже подстреливает лев. А вот 416-го подстреливаю я. Выхожу его добрать. Он внезапно умирает, но у меня есть 4 снаряда в барабане. 345 метров. Раз. Два. Три. Центурион заметил, что по нему начал кто-то стрелять. Когда уже было поздно. Танкую, танкую. Восьмерки лбом танкует. Ну, здесь стоит оговориться, что по мне стреляет восьмерка с дальней достаточно дистанции. Если вы будете вблизи перестреливаться, вам, конечно, могут выстрелить лючок на башне. Ну и бронепробитие на близкой дистанции, конечно, лучше, чем на дистанции там 450 метров, с которой, там, или 500 даже метров, с которой по мне стрелял Сомо СМ. Опачки, кто это тут у нас? Лучший премиумный танк тяжелый 8 уровня. Поправочка. Поправочка, защитник. У меня лучший премиумный танк тяжелый 8. Заговорился. Стреляю на 430 метров. Первый снаряд попал, второй попал, третий попал. Четвертый попал. Пятый попал. Ну то есть, точность, вы видите, точность хорошая у этого танка. В особенности, если взять, что это барабанный танк. Что это премиумный барабанный танк. У премов обычно же хуже характеристики, чем у прокачиваемых танков. То есть у него точность для барабана вообще прям огонь. Я был удивлен, потому что к Лорейну, играя на Лорейне, я привык, что он косой. У него не очень хорошая стабилизация, он косенький. Долго заряжается между выстрелами. Поэтому на Лорейне, на удивление, я вожу приводы наводки. Обычно я на барабанные танки третьим модулем вентиль ставлю, вот как на этот танк. Здесь с точностью проблем нет абсолютно никаких. Абсолютно никаких, нет проблем с точностью. В невидимую текстуру только я попал, судя по всему. Остается у меня два снаряда. И я решаю катапультироваться на МиГ-65. Попробовать его добрать. Раз. 796 хп. Потерял я, спрыгнув со скалы. И один снаряд у меня остается в барабане. 5 фрагов. Блин, джентльмены, дайте воина такой шанс выпал. Сейчас я покажу. У меня был шанс взять воина в этом бою. Вот, смотрите, замедленная скорость. Вот он шанс, стреляй, остановись. Доля секунды была, чтобы получить воина. Но я этой долей секунды не воспользовался. Итак, давайте посмотрим результат этого боя. Сейчас, одну секунду. $310 000 под всеми плюшками я получил. И если брать без плюшек, только премиум, 126. Командный результат. Ну, я думаю, больше всего вас интересует подробный отчет.
4100 урона, 1150 заблокировано броней, 2000 ассиста. То есть суммарно 5000 забоя нанес, если, ну, как брать урон, который идет в зачет отметки. Сделал 5 фрагов. Заработал 126 тысяч денег, плюс личные резервы, плюс клановые резервы, плюс хэллоуинская акция и как раз Twitch Prime. То есть за Хэллоуин плюс 50%, за Twitch Prime плюс еще 15%, итого получается плюс еще 65%. 310 тысяч грязными забой, 285 чистыми. Ну, согласитесь, не сказать, что я прям потел, что я прям тащил. Просто комфортно расстрелял там, я не знаю, 3 барабана, условно говоря. Заработал столько денег. Я был сам шокирован, честно вам скажу. Кстати, кому интересно, показатель на мастера по опыту на данный момент 1508, 2262, соответственно, чистый опыт без премиума и с премиумом. Ну и по поводу снарядов, да, я хотел сказать. То есть 310 я заработал, потратил 20 тысяч на доп паёк. А, подождите. Блин, ошибочка, сори, ошибочка. 5400 я потратил на ремонт. Я же упал со скалы, я совсем забыл. А боекомплект у меня со склада, потому что, видимо, у меня был этот боекомплект с Лорейна или с какого-то... Или с 50-100, я не знаю. На боекомплект, на удивление, не потратился. В общем, я в комментариях напишу стоимость бронебойных снарядов. На удивление. Серьезно, я вот пересматривал реплей, и мне почему-то показалось, что 5000 я на снаряды потратил, а это, оказывается, 5000 на ремонт, когда я со скалы спрыгнул. Я сейчас в комментариях под видео напишу, сколько стоит бронебойный снаряд и сколько стоит для сравнения голдовый снаряд. Вот, чтобы корректное было. Корректное было. Ну и, соответственно, да, сделаю тогда поправочку. Блин, получится не 285, а тысяч, наверное, 270-260, я думаю, получится чистыми. Окей. Поправочка. Читайте комментарии, там все будет. Ну и, конечно же, сами не забывайте оставлять свои комментарии по поводу того, что вы думаете насчет Сомо СМ. Было ли для вас открытием, что именно Сомо СМ лучший, именно тяжелый танк 8 уровня и тяжелый премиумный танк 8 уровня? Если он у вас, нравится ли он вам, хотели ли бы его получить себе в коллекцию? Можете попробовать бесплатно, пока действует акция Twitch Prime, или почти бесплатно. Ну а если вы смотрите видео в декабре 2018 года или позже, когда акция уже закончилась, то... Сори. Ну на этом на сегодня все. Если видео было для вас полезным и информативным, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Всем спасибо за просмотр, всем пока.